Перенесемся в Казахстан. В Алмате неуправляемый трамвай вылетел на оживленный перекресток в центре. Он протаранил сразу 14 автомобилей. Все они от удара разлетались в разные стороны. Обошлось без жертв, а вот травмы избежать не удалось. Пятерым пострадавшим потребовалась помощь врачей. Что стало причиной аварии, доподлинно неизвестно. Водителя, как говорят очевидцы, в кабине не было. Вроде бы он вышел, чтобы устранить какую-то неисправность. И в тот момент вагон резко тронулся с места. В Алмате это уже второе подобное дорожное происшествие. Менее чем за месяц, в конце сентября, точно так же трамвай внезапно выехал на перекресток. По одной из версий, тогда причиной могла стать неисправность тормозов. По другой, невнимательность самого вагонвожатого, который, выйдя из трамвая, не заметил, как тот тронулся.